В 2012 году работники бюджетной сферы, педагоги дошкольного образования и сотрудник полиции заселились в здании бывшего санатория «Дружба». Квартир для расселения в тот момент не было. Собственник должен был предоставить комфортные условия для проживания, но не выполнил своих обязательств. Были перебои с горячей водой, отключение отопления. Он повысил арендную плату, которая была очень высокой, и жить так было невозможно, и мы обратились на прием к Дмитрию Владимировичу Волошину. На личном приеме жителей глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, руководствуясь необходимостью оказания мер социальной поддержки муниципальным и государственным служащим городского округа, принял решение об обеспечении 5 семей, среди которых педагоги дошкольного образования и сотрудник полиции, муниципальными жилыми помещениями. Спасибо вам огромное. Мы получили ключи от новой квартиры, мы очень довольны, рады. Наша семья всегда мечтала завести домашнее животное, наконец-то наша мечта сбылась, мы завели себе кошку. Все нас устраивает, все отлично, школа, сад, все рядом, условия отличные, нет перебоев со светом, с водой, наконец-то мы живем в нормальных условиях. Программа «Жилище» является одной из приоритетных в муниципалитете. За 5 лет собственные квартиры получили 70 молодых семей. В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище» в Химках расселили 60 ветхих домов. К 2023 году будет расселен весь ветхий фонд. До конца 2018 года в городском округе планируется передача в муниципальную собственность жилых помещений для переселения дома в микрорайоне Сходня. В новые квартиры переедут 36 семей. We'll be right back.